Спустя 4 года после стажировки в АГУ французский программист Ксавье Герин вернулся для короткого свидания с университетом и городом. Все совсем красивее, чем тогда. Все дороги лучше, все тротуары лучше, здания тоже. Я знаю, что я как дома, и есть университет, есть Кремль, есть все остальное так же, только увеличивается. Дороги, это люди, которые гуляют на этих дорогах, это не только эти туристические аттракционы, как Кремль. Кремль красивый, конечно, но это что-то искусственное. А город сам, он живет, он как существо. И мне кажется, что я один часть из этого существа. Ну, надеюсь, что я один часть. В продуманном маршруте кругосветного велопутешествия Ксавье и его брат Этери только один большой крюк – Астрахань. Но чего не сделаешь ради любви,